Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапы регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Штрафстоянка для самостроя. Городские власти продолжают работу по демонтажу незаконных торговых точек. Морская смекалка. Изобретение анапских коммунальщиков в борьбе с комкой. Письма с фронта. Презентация второго тома уникального издания прошла в Краеведческом музее. Появлению незаконных конструкций и торговых точек на улице города Межведомственная комиссия администрации города противопоставляет работу по их демонтажу. В очередной раз выдан билет на штрафстоянку очередной такой конструкции на углу улиц Таманской и Самбурова. Откуда и каким образом появился этот вагончик под бетонным забором в укромном уголке двух улиц, не знает даже активный и деятельный руководитель ТОСа номер 2 Евгения Карпенко. Хотя она живет рядом и знает на своем микрорайоне всех и каждого. На этом месте общественница давно мечтала создать организованное место сбора мусора. Вот ранее весной его сюда поставили. Что это, пытались найти, не так и не нашли ничего. Здесь устроили, вот видите, и свалку, тут и бомжи у меня ночевали. Ну, слава богу, все это сдвигается с места. Я хочу здесь сделать нормальную, и Сергею Павловичу говорила, он говорит, да не вопрос. Ограждение сделаем для мусорки, чтобы вот это в кучах у нас не было. Вагончик так просто было не убрать, да и хозяина не найти. Служил он тут и ларем, и местом ночлега, и явно не украшал аккуратный и тихий микрорайон. Управление муниципального контроля продолжается выполняться работа по демонтажам некапитальных объектов, вынесенных на решение межведомственной комиссии. На этой неделе были демонтированы порядка 11 объектов, среди которых и квасные точки, и летние кафе, также некапитальные палатки по продаже экскурсионных путевок. Сегодня демонтаж происходит у нас на улице Самбурова-Таманска. Здесь деревянная конструкция, видимо, использовалась для продажи овощей. Впоследствии мы пытались установить собственника. Данную конструкцию забросили, она стала использоваться как туалет, и было сделано очень большое мусора. Сейчас по решению межведомственной комиссии будет произведен демонтаж. В связи с тем, что конструкция невозможно ее погрузить на погрузчик целостной, сотрудники ремстроя будут производить демонтаж путем разбора именно этой конструкции. По окончании демонтажа вся эта конструкция, все ее запчасти будут доставлены на нашу штрафстоянку. Благодаря активистам города надолго такой объект беззакония прописаться в городской черте не смог. Надеемся, что после демонтажа и отправки на штрафплощадку найдется и хозяин объекта. С начала года с пляжа Анапы вывезли на треть больше комки, чем за аналогичный период прошлого года. Это лето жарче, чем в прошлые годы, поэтому вода больше прогревается, черноморская водоросль размножается более интенсивно. Специалистам приходится использовать смекалку и жизненный опыт. Здесь, получается, снизу кольца идут, чтобы не протиралась основная ее часть, вот. И стальной трос, который фиксируется непосредственно на самом ковше. То есть машинист проходит этим устройством вдоль уреза по морю, и, соответственно, вода отсеивается, и остается только чистая комка, которая потом загружается в прицеп. Заместитель директора муниципального предприятия объединения курортных услуг показывает устройство, которое недавно придумал сам. Леонид Евдокимов был моряком, а похожими мешками из сети перегружают рыбу с траулеров. Новую для Анапы технологию опробовали на днях. Она позволяет убирать комку прямо из воды, не захватывая песок. Если она в воде, комку подбила к берегу, но мы ее не можем взять, потому что она жидкая, то вот это вот конструкция, она в самый раз. Сейчас мы это все опробовав, да, если все это будет хорошо, то, соответственно, мы уже поставим вторую гребку, то есть и уже будем, соответственно, большими объемами ее собирать. На предприятии говорят, что простая технология весьма многообещающая. За годы работы с советских времен здесь перепробовали массу вариантов. Эта мини-баржа несет на себе насос. С его помощью прокачивают воду, отфильтровывая водоросли. Однако для работы помпы нужно топливо, персонал, а в перспективе и запчасти. Кроме того, забор воды идет в одной точке, что не так эффективно. Рабочие делают новый скребок. Способ проверенный. Одного такого обычно хватает на сезон, однако с начала лета с анапских пляжей уже вывезли камки на треть больше,
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контроль пляжной территории ведется постоянно, как хозяйствующими субъектами, так и представителями администрации, это в частности управлением санаторно-курортного комплекса. Ситуация полностью под контролем, и она ожидаемая ситуация, поэтому мы готовы, и готова и техника, и готов персонал пляжа, готова администрация к таким выбросам камфи. Поэтому, в принципе, все контролируется. По словам заместителя главы города, при необходимости на уборку водорослей могут бросить дополнительные силы. Был момент, когда к берегу прибило поле шириной порядка 50 метров. Его убирали почти 3 дня. Впрочем, специалисты подчеркивают, что камка – это обычная водоросль, поэтому вреда от нее нет. Даже напротив, она обогащает воду йодом, которого не хватает жителям материка. Вместе с тем, в этом году интенсивный рост камки наблюдается и в других странах. Вот несколько фотографий из сети интернет. Например, и в Китае, и в Доминикане с такой же проблемой столкнулись курортные города. На этих фотографиях видно, как водоросли буквально оккупировали побережье Желтого моря. Проект концепции развития сельского туризма до 2030 года разработан Международным независимым институтом аграрной политики. Авторы предлагают приравнять агротуризм к основным видам сельскохозяйственной деятельности, направленной на организацию отдыха в малых городах и деревнях. Он должен обязательно включать прием, проживание, питание, проведение досуга туристов с учетом использования природных и культурно-исторических ресурсов региона. Подобные предприятия уже весьма успешно действуют в Анапе. В этом году при поддержке администрации города запущен инвестиционный проект «Подворье старого грека», который имеет все шансы стать одним из лучших примеров по организации агротуризма на Кубани. По мнению экспертов, это направление способно повысить доходы малого и среднего бизнеса на селе, а также обеспечить население новыми рабочими местами. Однако для развития агротуризма необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, сообщает Интерфакс. Письма участников Великой Отечественной войны, которые жили либо совершили свой подвиг на Анапской земле, вошли во второй том издания проекта «Письма с фронта». Его представили сегодня в Археологическом музее. Историки говорят, что письма – один из наиболее ценных источников информации о том времени. Благодаря проекту впервые были изданы воспоминания фронтовика о днях битвы за Кубань, которые он написал около полувека назад. Капитан Дмитрий Каленин пишет жене и детям, что жив, здоров, вскользь о том, что представлен к наградам, но рассказывает, что с него списали образ моряка в одной из пьес, просит передать информацию детям на тот случай, если погибнет. Спустя пару недель тяжело раненый капитан подорвал себя гранатой, попав в окружение. Оригинал письма хранится в городском археологическом музее. Этой весной его передали родственники героя. Это письмо и еще 5 исторических документов вошли во второй том сборника «Письма с фронта». Мы хотим, чтобы наши герои звучали во всей России. В фондах отдела краеведения хранится около 1000 личных дел, и большая часть из них – это касающиеся фронтовиков Великой Отечественной войны. И мы готовы к сотрудничеству, материала у нас очень много, и мы будем очень рады, если выйдет в свет и третья, и четвертая книги данного проекта. Проект родился пару лет назад в Краснодаре. Идея – собирать письма фронтовиков. Их можно читать с фотографией, для удобства рядом текст. На сегодня в 2 томах порядка 2000 писем. Вы знаете, я поняла, что главная правда в войне там впечатлила высочайшая человеческая культура и, знаете, какой-то гуманизм, нежность, деликатность. И потрясающая вера в победу. Мама, мы победим, сегодня тяжело, жена там, побольше внимания детям, не жалей ничего, продавай все, что только, так сказать, можно, только, так сказать, заботься о деток, потому что я вернусь, и это в каждом письме. Второй том «Писем с фронта» издан тиражом 3000 экземпляров на спонсорские деньги. Книги разойдутся по музеям, библиотекам, школам и учреждениям, которые предоставили материалы. Также благодаря проекту увидели свет воспоминания военного корреспондента Леонида Давыдова. Рукопись принесли Татьяне Васильевой. Было принято решение опубликовать ее отдельной книгой под названием «Дни Таманские». В перспективе создать сайт с письмами фронтовиков, чтобы не было ограничений на объем информации. Правительство России решило заменить вторую индексацию пенсии в этом году разовой выплатой. Она определена в размере 5000 рублей и будет выплачена в январе 2017 года. Мы все хорошо понимаем, как выросли цены в 2015 году и каков рост в текущем году, как в целом подорожала жизнь. Это отразилось на всех гражданах, особенно на людях с невысокими доходами, заявил Медведев, слова которого приводятся в сообщении на сайте «Единой России». По его словам, единовременные выплаты помогут пенсионерам компенсировать потери от роста цен.
Говоря об этом решении, Медведев отметил, что оно весьма непростое для бюджета. Конечно, мы могли бы подождать, когда улягутся и политические все страсти, которые в настоящий момент бушуют. Есть и существенные экономические проблемы, которые затрудняют исполнение обязательств, на которые можно ссылаться. Но в данном случае я стою на принципиальной позиции. С людьми нужно говорить честно, не обещать того, что сегодня исполнить мы не можем, но исполнять то, что ранее обещали, пусть даже в несколько другой форме. Именно поэтому мы сегодня принимаем такое решение, подытожил Медведев. В Анапе на сегодняшний день проживает 49 тысяч пенсионеров, которые имеют право на единовременную выплату. Для исполнения этих обязательств из федерального бюджета в наш город будет направлено 245 миллионов рублей. Результаты работы по профилактике и пресечению распространения наркомании и алкоголизма в поселке Витязево рассматривали накануне заседание городской антинаркотической комиссии. Совещание прошло совместно с окружным советом общественности. Подробнее в нашем материале. Как показывают общие цифры, на курорте наблюдается снижение употребления наркотиков и алкоголя. Эта информация прозвучала на заседании антинаркотической комиссии, в которой приняли участие руководители территориальных органов исполнительной власти, начальники подразделений МВД России, представители казачьего общества и члены Совета общественности сельского округа. Докладчики отчитались перед заместителем главы Сергеем Козловым о результатах профилактических мероприятий. Глава Витязевского сельского округа Василий Апазиди поблагодарил представителей казачества за помощь в решении спорных вопросов. Стоит также отметить, в этом году работу казачьего общества, здесь представители находятся, по борьбе с суррогатом, алкоголем и надписями. В этом году большая работа проведена в этом плане, в этом направлении. Особенно хотелось бы отметить по борьбе с суррогатом. Старший участковый села Витязева Сергей Уханев подвел некоторые итоги по выявлению случаев употребления наркотических средств. По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых сократилось, но все же отдельные эпизоды есть. Раскрыто 5 преступлений по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств или психотропных веществ. Также 8 человек были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса о административных правонарушениях. Это применение наркотических средств без назначения врача. Как отметила заместитель начальника управления здравоохранения Элина Григорьева, профилактика антинаркотической направленности приносит свои плоды. Сегодня на учете врача-нарколога состоит 420 человек. На начало 2016 года это количество превышало 435. Острота ситуации по распространению наркотических средств в муниципальном образовании снижена, но работа на этом не заканчивается. Совсем скоро начинается новый учебный год, а значит, профилактические мероприятия продолжатся не только с жителями и гостями города, но и в учебных заведениях муниципального образования. В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение о смерчах на побережье. По информации синоптиков, в ближайшие 1-3 часа до конца дня и вечером 24 августа над Черным морем в районе Анапа-Джубга есть опасность формирования смерчи, сообщает пресс-служба ЮРЦ МЧС России. Отдыхающих просят не находиться в море и на пляже при появлении смерча. Как мы уже сообщали, в Краснодарском крае на 24-25 августа МЧС объявило экстренное предупреждение по ливням с грозой и градом. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.